Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. Сегодня еще один новый сайт у нас. Traffic Wages. Как обычно, перед тем, как перейти к рассмотрению самого сайта, посмотрим, что у нас с ним по Алексе. По Алексе у нас Бангладеш. Посещениях и все. Бангладеш — это хорошо, как я уже однажды говорил. На скам-адвизоре следующая информация: уровень траста 56%, нормально для нового ресурса, хотя самому домену 40 дней почти, но он совсем недавно, буквально вчера, там позавчера начал работать. Основные показатели: цена сайта 3,5, почти 3600 долларов, потому что он сделан очень хорошо, и именно сам сайт оценивается во столько. Владелец известен, адрес известен, где проживает, почтовый индекс, телефон указан Бангладеш. Это, скорее всего, связано с тем, что программист, который работает непосредственно с этим сайтом, находится в этой стране, потому что телефон оттуда. Но сам владелец, страна владельца, указана Соединенные Штаты и сам сервер в Соединенных Штатах. Итак, вот этот сайт. Вот он у вас перед глазами, действительно сделан очень хорошо, свой собственный неповторимый скрипт. По платежкам: PayPal, Payza, Neteller, Perfect Money, Solid Trust Pay, Bitcoin. Все основные платежки задействованы. По участникам: вчера, когда я регистрировался, конечно, я это делал вчера, не сегодня, нас было всего человек 300. Вот это все регистрации за сегодняшний день. 2200 с чем-то за один день. И опять внизу платежки. Как это работает? Это работает приблизительно так же, как и Bitwars, как мы привыкли его называть. MarketPaid, и за этим можно проследить вот с этой вкладки, как это работает. Вот мы видим вверху информация для тех, кто хочет просто рекламировать, а вот здесь самое главное — распределение по группам. Опять по здесь они называются звездами. Заработок до 100 долларов, смотря в какой группе вы находитесь. Распределение ежедневного дохода в процентном отношении в зависимости от группы. Тут такая вот есть: на нулевой группе 1% распределения. То есть абсолютно без вложений можно уже что-нибудь зарабатывать. Апгрейд относится в основном к реферальным начислениям, не в основном, а именно увеличивает процент реферальных отчислений. Здесь информация о том, что пополнение мгновенное, инстантом, вывод от 12 до 24 часов в рабочие дни. И опять же написаны те платежные системы, которые здесь задействованы. Это методы заработка на данном сайте. Их несколько. Offerwall. Опросы. Offerwall — это выполнение заданий. Traffic Grid — это стена. Вот кликаем там, выигрываем что-то. Здесь есть видео. Точнее, будут, их пока нету. Сайт только-только запустился. Видеопросмотры, игры,
Покупка и аренда рефералов предусмотрена. И баллы, начисление баллов за социальную активность. Скорее всего, это будет что-нибудь связано с перепостами. Итак, как обычно, с кнопки «Регистр» попадаем на страницу регистрации. Она выглядит вот таким вот образом. Здесь в верхней строке заполняется ваш логин. Здесь email адрес, gmail-овский или Яндекс. Другие не употребляйте. Здесь пароль. Еще раз пароль. Здесь будет отображаться имя вашего пригласителя. Здесь вы заполняете вот эту капчу. Разгадываете и нажимаете на кнопочку «Создать аккаунт». После этого на почту приходит письмо верификационное. Для того, чтобы активировать аккаунт, необходимо нажать вот на эту ссылку. Или скопировать и вставить ее в строку браузера. После этого можно заходить в кабинет. С кнопки логина вас, скорее всего, туда перебросит. Здесь сразу подставился мой логин и пароль. Разгадать капчу, если она слишком мудреная, можно вот рефрешнуть ее и все. Вводим капчу. И попадаем в кабинет. Функционал кабинета будет рассмотрен в отдельном ролике, так как он довольно-таки насыщенный, и уместить все это в одном видео нецелесообразно. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.